Так, и всем здорово, да, и мы достаточно в непривычном формате с вами сегодня. Видео в формате 4:3, и я ничего не смог сделать, ставил разные патчи, у меня никак не получалось это все пофиксить, для того, чтобы сделать в формате 16:9. Надеюсь, мы с вами из-за этого не поссоримся. Видео, в принципе, получилось достаточно прикольным, и это я вам гарантирую на все 100%. Так что всем приятного просмотра. Погнали! Как вы, наверное, все знаете, в игре нельзя полетать на всяких летательных аппаратах. Но все-таки есть возможность использовать тренер специальный, который дает нам возможность взлететь с помощью автомобилей. Как бы это странно ни звучало, но это так. Так, ну попробуем повторить подобную фичу в свободном режиме. Итак, как вы видите, отсутствует крыша на зданиях. Это достаточно обыденная ситуация для старых игр, в которых оптимизация была на главном первом месте. То есть игра, если выходила, она шла на всех компах, которые были вообще у людей. И оптимизировала все по максимуму. То есть то, что не попадает в вид зрителю, то есть игроку, оно просто-напросто удалялось, убиралось и по максимуму упрощалось. Вот, можем еще раз посмотреть. Выглядит достаточно прикольно, такие вот пустые дома. Но еще заметил достаточно прикольную фичу, это то, что в зданиях где-то начиная с 2-3 этажа отсутствует коллизия. То есть объект, то есть наш игрок, не... Так, в нашем спидхаке помимо ускорения можно добавить замедление, но замедление, когда действует очень сильно, у нас машина задним ходом сдает и просто-напросто улетает в космос. Да, происходит вот такая вот фигня, игра не зависла, игра работает. Можете даже увидеть, счетчик количества наших карманных денег возрастает. То есть нам по 100 долларов каждую секунду где-то прибавляется. И мы можем спавнить бесконечно машин. Это вообще жесть сейчас, просто можете увидеть дождь из настоящих хот-родов, из настоящей классики, вообще обожаю эти машины. Дизайн машин 30-х, 40-х, 50-х, 60-х, конца и начала 70-х, это вообще просто для меня просто экстаз, можно так сказать. Ну вот мы можем взлететь вот так вот в небеса и бедным людям раздавать машины. Мы круче Санта-Клауса, я вам скажу. Санта-Клаус таких крутых подарков точно не приносит. Ну а тут вы можете увидеть, как работает коллизия, начиная, как я вам уже говорил, со 2-3 этажа, где-то в разных зданиях по-разному. И вот мы можем сейчас наблюдать наш город с высоты птичьего полета и даже с какой-то кротовой норы. Когда мы долетаем очень низко, либо же куда-то очень далеко, то машина уничтожается. Так, в общем, вот наша первая миссия, ну точнее не первая миссия, а обучающая миссия. И вот мы можем сейчас тут полетать и посмотреть, как все выглядит здесь. Все-таки можем увидеть, как у нас тут город проработан. Это не основная миссия, это не основная часть города, а это всего лишь какой-то кусочек. Тут же у нас появляется возможность выброса подальше, туда, куда разработчики даже и не подозревали, что мы сюда доберемся.
Так, можем летать тут сквозь, рассматривать все. Тут какой-то прям лоу-лоу-лоу поле город у нас. И какое-то странное покрытие достаточно. Но смотрите, что я заметил. Очень интересная вещь. Прям смотрите, как... так его не видно, а вот именно внутри здания у нас тут какой-то прям закат. Ну, если говорить на языке разработчиков игр, это Skybox, точнее кусок Skybox. Часто сами Skybox они делаются в форме под шара, и туда просто накладывается текстура определенной погоды, определенного освещения. И тут мы можем видеть, как оно... достаточно странным способом спрятано за окнами здания. Это достаточно странно выглядит, если честно. Не знаю, зачем это так сделали и для чего. Вроде бы оно нигде и не использовалось. Но кто-то не поленился сделать какую-то такую пасхалочку. Либо же отсылочку, я не знаю, точнее сказать. Да, конечно, опасные трамваи тут водятся. Ну, один из них можем использовать как трамплин для нашего спидхака. Оп, 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 оп. Можем увидеть, как мы отдаляемся. Теперь приближаемся, сейчас будет... Оп. Так, я думал, если честно, мы сейчас упадем опять сквозь текстуры, но... мы опять зависли. Зависли в небе. Выбраться с машины никак. И мы ничего не можем сделать, кроме того, как спаунить миллион машин и опять разовать бедным... людям. Они все равно сдадут их на металлолом, они не будут их использовать по назначению. Ну ладно. Ну все, видео уже подходит к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Обязательно пишите, что вам понравилось, а что нет. Так что всем до встречи!